С вами Ян, и в этом видео хочу рассказать, почему так долго не выходили ролики. На самом деле я очень завишу от погоды. От говна ты зависишь! Слушай, ты можешь хоть на этот раз мне не мешать снимать видео? Ладно. Ну так вот, зависим я очень от погоды, а следовательно этому зависит мое настроение. А как вы понимаете, когда нет настроения, то видео снимать тоже не очень клево. Ну а второй фактор — это то, что я очень хотел спать. Я не знаю, почему мой организм так себя вел. А я вот знаю! Ты серьезно поставил везде скрытые видеокамеры? Упс. Ну а третий фактор — это то, что у меня был творческий кризис. Моя голова не хотела выдавать мне никакие идеи для новых видео. А хотя... Всем привет, это Корица Челлендж, поехали! Всем привет, и это челлендж Пухлый Кролик, погнали! Всем привет, это Лимон Челлендж. Сегодня мы узнаем, сколько протянут наши глаза, если налить на них лимонный сок. Погнали! Вроде нормально. Только я не упаду. Ну, вы поняли. Ты еще кое-что забыл показать. Слушай, я сам разберусь, что мне показывать, а что... Я не хочу это больше делать. Всегда угадала с этого видео. Все, ухожу, ухожу. Ну, в принципе, вы поняли, почему я так долго не снимал видео. Ну, а на этом все. С вами был Ян Рейзен. Если вам понравилось такое видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. И да, не забывайте писать свои комментарии. Пока. Ты серьезно поставила везде скрытые видео? А. Движение сегодня приходится нарушать не только автомобилистам со стажем, но и опытным пешеходам. Вот, например, бабочка. Ага. Как... Ну это хоть сладкая корица, а есть такая острая, знаешь, прям.